Дотка. Так, дреда у нас закрывают, и дреда должны здесь разваливать. У него, кстати, есть деньги на ТП, и по-хорошему тут надо делать ТП-аут. Надо делать, но он почему-то не решается делать ТП-аут, а он просто решил руками вообще уйти, ногами точнее, какими руками. Уйти сам по себе. Сделал бы ТП-аут, ушел бы даже не с, вообще переживал. Нюхенник готов зайти в спину. Кстати, здесь недалеко у нас Сивгу находится. Попробую пофайтить. Я не понял, кстати, Вижн был ли или не было у команды Вим. Но теперь-то Рубик должен понимать, кто за ним гонится. Поднимает у нас Шейкера. А почему Шейкера не поставить у нас сюда вот Тавр? Чтобы вот Тавр дамажил, и Шейкер бы у нас просто слился как тряпочка. Кстати, дэмэджа много в него. Гераков. Роскошная ульта у нас от Ноубари. Ульта просто по Ноубари. Ну и пошел заход в спину Дарксиру. Шейкер уже здесь. Фиссура достаточно плотненькая от Шейкера. Пытается Дред уйти, как раз у нас еще и под тотем, ну и тут просто конец игры для Дарксир. Закрывают у нас Вуз, Шейкер здесь просто жжет, кстати, в этой игре постоянно удачные фиссурки. Немножко Темплар Ассасин перебоковала и будут Рубика забирать. Ой, точнее будут Дазла забирать. Рубик остался в живых. Рубика лоу хп, он отбивается, и все, он довольненький, все хорошо. Ну, показатель так показатель. Экшен нон-стоп вообще по всей карте. Здесь у Чиху просто расковыряет. Ну и Рубик тоже у нас умирает. Умирает в это время на нижнем лайне. Трансферу Войд не пожалел. В принципе, сейчас ресерч у него закончится. Здесь есть чем подстопить. Дреда убивает. Эхосэм у нас от Хани не жалеет. Ульты, вот такое-то дело. Ну и он ли саппорт умирает у нас еще и от реалити, который на Темплар Ассасин просто расковыривает своего соперника. И дальше за Рубиком Ву поднимает у нас Темплар. Не на голову на Оми, но Оми через 10 секунд будет дать. Двух спину Рубику, Рубика засловили чем только могли. Фейсбуцы будут уже сейчас, еще один удар. И Тайдхантер забирает 11-й фраг для команды Ви. 2-11 становится счет. Бимбэм отсюда пытается улететь, не получается. Решак его стопит, ну и Темпларка пошла разбираться, кто же ее саппорта здесь насилует, что издевает. Ревач пошел от Наоми. Тайдхантер просто бутерал, и там вакуум так уже под ноги Тайдхантера, он должен отсюда уйти. Никоим образом Тайдхантера не догнать, Темпларка тоже отсюда убежала. ФСС Войд уже у нас за Т2 запрыгивает. Кстати, Т2, которого не заботится Войд. Не просто выбор дэмэдж идет, хотя бы в ловушку сложно было бы попасть. Но Бадди просто разваливает. Команды Вим. Назар Ассасин забирает четвертый фраг для себя. Еще не удар по Дреду, там трэп. Трэп немножко поздновато провязали. Ну и даггера, конечно, не хватает. Реалити под рефракшн. Дреда убивают на Оми. Вместе с Темпларкой. По стене ходит, кстати, и Темпларки иллюзия, потому что Наоми расковыряет, это ТП-аут делает, чувак. Это же элементарно, Войд у нас прыгает, умирает. В итоге Тайдхантер здесь, ну и Джейти начинает бить просто по головам. Кого вижу, того луплю. Мега-килл для Войда. 5-0 счет у него. Ну и здесь еще и он для саппорта закрыли, это скорее всего тимбай. Но думаю, Кэтрин все движется. Войд не стал дальше прыгать. Почти во всех драках присутствовал. Либо один, либо другой. Войд прыгает у нас на дизраптора. Кинетик килл себе под ноги. И Войда уже действительно не остановит. Остапа был стрик. 6-0 счет. Рубик забирает себе фиссуру. Ой, Войд, да ну! Да ладно! Нет, улетает все-таки отсюда Войд. Так, гирокоптер у нас. Он Темплар Ассасин. Очень плотно страдает. Парк уже есть оверклап. 1600 есть на руках. Ноубади у него 50 кп. Кларк пытается контролить и законтролит. Фракшн не поедал, во время реалити. Не жалеет трансферу Войд, сейчас развалит у нас Ноубари. А ну-ка, переключаешь ли ты ПТ-шку? Не переключает, просто БКБ включает и уходит. Переключает ПТ-шку у нас. Силовой. Ну и просто делает ТПА. Под БКБ можно лететь. Ну круто, слушайте. Правда, силовой Войд. Контарасасия поднимает Эйгис. Драться после входа этого Эгиса — это лишнее. Наоми врывается у нас на хайграунд. Джей Ти через 2 секунды хроносфера, эхо слэм под ноги. Под БКБ Джей Ти просто плевал вообще на всю команду Сона. Он так особенно и не переживает. Кстати, прыгает, есть у него хроносфера, и можно четверых поймать хроносферу. Линсуют его назад и просто убивают, также убивают Темплар Ассасин. Ну какой Войд опасный. Темплар
Марка без БКБ. Кугера отправили назад. Темплар Ассасин здесь и останется. О, как много команда Вим подарила своим соперникам. Ну, Вим продолжает у нас давить на нижнем лайне. Nobody закрывает у нас трансферу GT. Он под БКБ. В принципе, опасности для него немного здесь. Вот, трансфера у нас от Рубика в ответ. Закрыли Кенни. Ну, в общем-то, Рубик в соло-то его не развали здесь. Ну, если помощники придут, можно. Эхо слэм у нас от Шейкера. Просто на последнем издыхании. Грейв сейчас закончится. Шейкер отправится в таверну. Где же наш бой? Войт мог бы ворваться здесь и просто всех расковырять. Ну, близко уже лишь шаг. Тут просто термоядерная бомба. Вот теперь врывается у нас его. Статик Шторм под ноги у нас Наоми. И просто рассыпается команда Сона. Не так много дэмэджа у Кира, в частности, по Крокет Баран. Много-то и не сделает войду. Если, конечно, рядом будет у нас Сайдхантер. Ну, Сайдхантер подходит, все. Подход уже под хайграунд от команды Вим. По ультам, конечно, все потратили от команды Вим. Единственное, что тут до всех важных ультов все у нас отлетает. С другой стороны, преимущество команды Вим уже такое, что не от ультов, конечно же, исход файта зависит. Жак у нас динается, понятное дело, что будет он не отпустил бы. И нижняя линия падает. Крипы уже подоспели, все. Протекшн заканчивается, разваливает дизраптора. Внешних тавров не осталось, поэтому на любую линию идти. Так, у нас пошла стяжка от Дреда. Сразу же хроносфера от Фейза с Вайда. Хроносферу забирает у нас Иву. Но Вайду не страшно, он смог бы и подраться. Куда же ты ушел, родной? В итоге у нас у Чихамадара очень плотно поджигает команду Вим. Ну, надо побыстрее все это заканчивать, потому что здесь и останутся. Статик Шторм попадает у нас Наоми и Реалити. Реалити развалили. Наоми на лоу хп пытается отсюда уйти. Глицует назад его дизраптор. Ну и четверых потеряли игроки команды Сота в очередной раз и забрали за это темплар. Ульта Дазл, значит, будут заходить на хайграунд. Темплар Ассасин с дезолятором. Яша есть БКБ. Врывается бой, трансфера по двоим. Он Запорта развалили, Дреда развалили. Ульта еще у нас его Тайтхантера. Туда же отправляется Лешрак. Дарксир у нас выкупается. Погоня за Герокоптером. Погоня. Древнерус. Ну это ГГ от команды Сота. Должны издеваться просто на базе. Ультракил и Рэмпэдж от Тайтхантера. Под конец, просто чтобы закончить игру, так закончить. ГГ, команда Сота, пятерых, наверное, отправляет Войд. Игра, я думаю, что в любом случае завершилась, даже независимо от того, сражались бы дальше или не сражались бы дальше игроки команды Сота.